Буквально в мае этого года в Казани появилось инициативное сообщество по развитию сферы ночных развлечений «Ночная мэрия». Главной задачей ночной мэрии является организация интересной, насыщенной и безопасной индустрии развлечений в ночное время суток. Ночным мэром Казани стал Артур Хсравян. Продюсер и бизнесмен известной молодежи под псевдонимом DJ Art, который в среду 25 октября встретился со студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. История, связанная с ночной мэрией, с инициативой по обеспечению развития креативных и ночных индустрий, она долгосрочная на самом деле. Мы просто начали этот процесс для того, чтобы как можно быстрее наше общество изменилось, потому что на сегодняшний день сознание общества меняется достаточно быстро, и за ним не поспевают ни креативные инициативы, ни какие-то создающиеся проекты. Первое, что приходит на ум человеку, который слышит «Ночная жизнь», это разврат и неприличие, поэтому основная задача мэрии стоит на насыщении вечерней программы культурными событиями. Ведь сейчас десятки тысяч молодых людей проводят пятницу и субботу вне дома. За неимением других альтернатив это выглядит именно так. Собственно, смысл работы и с этой проблематикой и с этими задачами, связанными с ночными индустриями, в первую очередь сводится к тому, чтобы создавать больше предложений для людей, чтобы расширять их кругозор, расширять спектр возможностей, которые они могут использовать. И ночь – это не клубы-бары, это время другой идентификации социальной, это время вне офисов и банков и вузов. И для многих людей оно очень важно, неважно, где они находятся, дома, в клубе, на концерте или еще где-то. И эту работу нужно начинать. В рамках еженедельного мастер-класса университет посетила также Влада Кротова с лекцией работы пиарщика на предприятии в режиме секретности и Елена Райхлина. Визуализация героев произведений Льва Толстого на киноэкране. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.